що має шанс потрапити до 12 найкращих співаків країни Євген. Чітко далі понять то, що від внешнього виду дуже много чого залежить. Ну, в принципі, гадкий утенок. Я стеснялся от того моменту, как меня воспримут, поймут ли меня. Вот это вот оценочный механизм, он разрушительный. Я говорю тебе да. Спасибо большое. Если взяли, все, держись на уровне. А вот понимаю, что X-Factor — это еще такой уровень, что это, не знаю, вот как-то проходишь эти этапы один за другим и понимаешь, что вау, просто по ощущениям, по чувствам. Я все-таки борюсь, наверное, за право изменить. Или жизнь, или себя. Привет, Джек. Как дела? Хорошо. А можно вам сказать комплимент? Вы очень красивые. Спасибо, Жень. Думала о том, что вот сегодня будешь петь, и как это будет? Ну, конечно, думаешь наперед, как бы, ну, если мы уже попали в шестерку, то уже как-то хочется оправдать надежды. Тогда я тебе желаю отлично сегодня справиться с песней. Спасибо. Жду тебя. Спасибо большое. Кто-то к нам идет. Здравствуйте. Здравствуй, Жень. Здравствуй, Женечка. Это Любаша. Очень приятно. Любаша — это Женя. Очень приятно. Очень обаятельный молодой человек. Спасибо. Замечательный. А что ты споешь нам, Женя? Я спою песню Робби Вильямса «Angels». «Angels». Прекрасно. Давай. Легкость, импровизация.